Вот такие крутые инструменты вы увидите в этом видео, а также помните про традиционный конкурс, который будет в конце ролика. Поехали! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Сегодня мы с вами посмотрим подборочку с интересными и полезными инструментами сайта AliExpress. Уверен, что они вам пригодятся. Все ссылочки на товары с подборкой я оставлю в описании под роликом. И те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в простом конкурсе. Недавно я наткнулся на классное расширение AliRadar. Это просто необходимая вещь для тех, кто заказывает товары с AliExpress, так как с AliRadar можно отследить динамику цен и понять, кто необоснованно завышает цены, а кто является честным продавцом, и в итоге выбрать товар с лучшей ценой. Установить приложение очень просто, буквально в несколько кликов. Например, вы нашли себе многофункциональные ключи. AliRadar сразу показывает вам, что надежность продавца всего 34%, и на площадке он менее полугода. Покупать у такого я бы не советовал. Переходим на вкладку «Похожие товары», выбираем такие же ключи за такую же почти цену. И видим, что это очень надежный продавец, и цена у него нам подходит. Найти его мы смогли только благодаря AliRadar. Это классное расширение, которое даже доступно для Android устройств. Ссылка в описании. Итак, поехали смотреть товары. Приятного просмотра! Универсальный гаечный ключ. Это инструмент, который заменяет большое количество гаечных ключей. С одной стороны ключ с захватом 9-24 мм, а с другой стороны большой с захватом 24-45 мм. Также эти ключи имеют небольшую дугу захвата, что позволяет использовать их в местах с ограниченным пространством. Зубья надежно прижимают и не дают срыва во время работы. Ключи изготовлены из закаленной качественной стали, а ручка лежит удобно в руке. Многофункциональный мини-станок-трансформер 6 в 1. Интересный набор. Представляет собой универсальную конструкцию для сборки самых разнообразных станков. Такой набор будет интересен и детям, и взрослым, тем, кто занимается моделированием, макетированием, созданием поделок из дерева и прочим домашним творчеством. Этот инструмент способен выполнять широкий спектр работ. Резка, шлифовка, зачистка, сверление, токарная обработка изделий из древесины, пластика, мягкого металла, органического стекла. Набор позволяет собрать 6 вариантов настольных станков с точностью обработки до 0,1 мм. С трансформера можно собрать деревообрабатывающий токарный станок по мягким металлам, горизонтальный фрезерный станок, вертикальный сверлильно-фрезерный станок, лобзик, шлифовально-заточный станок. Лучшая на Али профессиональная точилка. Специальный набор или точильная система для профессиональной заточки ножей с заданием нужного угла заточки. Набор полностью состоит из металла и содержит 4 камня с зернистостью до постепенного доведения клинка до нужной остроты, начиная от грубой заточки и заканчивая финишной. Держатель для ножа следует прикрепить к поверхности рабочего стола. Для этого в нем предусмотрены отверстия для шурупов и болтов. Набор для заточки позволяет задать нужный угол режущей кромки ножа и придерживаться его даже при смене камней. К ее плюсам стоит прибавить полностью металлическую жесткую и долговечную конструкцию. Используя такой набор, вы научитесь профессионально затачивать свои ножи без дополнительных приспособлений. Фреза «Ласточкин хвост» с хвостовиком 8 мм. Предназначена для изготовления пазов в изделиях из древесины. Может применяться при декоративной отделке. Используется совместно с фрезерными станками и фрезерными машинами. Фреза выполнена из качественных материалов и снабжена напайными зубьями из твердого сплава карбида. Диаметр хвостовика 8 мм. Диаметр фрезы можно заказать трех видов: 9,52, 12,7 и 14,2 мм. Длина фрезы также трех видов: 46, 50 и 51 мм. Надежная маска-распиратор с хорошими отзывами. Маска и обтюратор из силикона обеспечивают эффективную защиту органов дыхания, зрения, лица и воздействия газов, паров и аэрозолей. И отличаются экономичностью, надежностью в эксплуатации, долгим сроком службы. Большая поликарбонатная линза устойчива к царапинам и ударам, а также и к некоторому химическому воздействию. Обеспечивает панорамный обзор. Байонетное крепление обеспечивает плотное присоединение фильтра к маске одним щелчком. Конструкция маски обеспечивает плотное прилегание, основу надежной и качественной защиты. 4 ремня оголовья легко регулировать, надевать и снимать. Паяльные жало. Данные жало соответствуют стандарту 900М, который широко распространен на большинстве паяльных станций. Жало покрыты защитным покрытием и готовы к пайке, луженые. В наборе 11 различных паяльных жал и 2 пинцета.
Термотрубка для быстрого и герметичного соединения проводов с припоем и флюсом внутри для пайки с зажигалкой в походных условиях. Преимущества: соединение, пайка, изолирование и уплотнение за одну операцию. Экономия времени. Прозрачная термоусадочная трубка позволяет контролировать результат. Надежные и герметичные соединения. Диапазон рабочих температур – минус 55 плюс 125 градусов. Температура для усадки более 200 градусов по Цельсию. Способ применения. Проводники со снятой изоляцией вставляются внутрь соединителя и нагреваются с помощью фена или газового паяльника до температуры более 200 градусов. Термоусадочная трубка усаживается, одновременно с этим происходит расплав припоя и соединение жил провода. Кронштейн-держатель для дрели или шуруповерта предназначен для работы с моделями дрелей, имеющими диаметр шейки корпуса 43 мм. Имеет чугунную подставку для удобного закрепления и работы дрели. Стойка позволяет производить точные и безопасные сверления, используя подвижной кронштейн с регулировкой высоты. Использование стойки позволяет выполнять точные сверлильные работы по металлу, дереву, пластмассе и другим металлам. Высота 400 мм. Диаметр зажимного отверстия 43 мм. Глубина обработки до 60 мм. Рукоятка для точильных работ на гравер. Рукоятка для точильных работ обеспечивает оптимальное управление вашим многофункциональным инструментом при работе над творческими проектами типа «Сделай сам» или хобби-проектами. Благодаря шаблону и гравировальному резцу, входящим в комплект поставки, вы можете сразу же начать работу с приставкой в виде рукоятки и вашим многофункциональным инструментом. Как по мне, очень полезное дополнение к граверу. Шаблон для копирования сложных профилей, также известно как профильное лекало, профильный игольчатый шаблон, используется для точного копирования и переноса даже самых сложных профилей и из зеркальных изображений для копирования сложных контуров и переноса их на планшет или бумагу для дальнейшего их измерения. Стержи выполнены из нержавеющей стали. Шаблон имеет размеры 45 на 150 мм. Уникальная паяльная паста. Широкое распространение новой технологии монтажа радиодеталей на печатные платы привело к возникновению прогрессивных материалов для пайки, одним из которых является паяльная паста. Этот расходный материал для пайки включает в себя флюс, а также микрочастицы припоя, размер которых в паяльной пасте составляет 25-45 мкм. Как я понимаю, микромикрон что ли? Напишите в комментариях, как верно расшифровать. Печатную плату необходимо обезжирить, очистить и расположить горизонтально. Паяльную пасту желательно наносить шпателем. С опытом быстро придет понимание, сколько именно материала для пайки нужно нанести. Паяльные пасты для СМД часто применяются совместно с трафаретами БГА. Теплоизоляционный силиконовый коврик для ремонта. Коврик 30 на 45 см для тех, кто ковыряет мелкую электронику. Используется для отвода статического заряда от расположенных на нем предметов и предотвращения повреждений электронных компонентов. Имеет отверстия для отверток, боксы для микросхем и небольших деталей, магнитные карманы. Коврик может выдерживать высокие температуры 500 градусов. Высокая теплоизоляция, коррозийная стойкость, не деформируется, износостойкий. Столярный циркуль с иглой или макетный циркульный нож. Применяется для вырезания отверстий диаметром от 10 до 150 мм. Подходит для изготовления открыток, а также для круглых деталей в технике скраббукинг. Циркульный нож представляет собой ось с иглой и подвижной ножкой, на которую установлено лезвие, при вращении которого образуется окружность. Для удобства на подвижной ножке нанесена шкала, которая служит для выбора диаметра вырезаемого круга. При работе с циркульным ножом необходимо использовать макетный коврик. Перед тем, как начать работать, убедитесь, что все винты на циркуле плотно закручены. Пневматический заклепочник или заклепочный пистолет относится к промышленному инструменту, представитель полупрофессионального класса, предназначен для установки вытяжных заклепок со стержнем, резьбовых заклепок и резьбовых шпилек. Принцип работы на сжатом воздухе обеспечивает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также позволяет вести более длительную беспрерывную работу. Прекрасно зарекомендовал себя на предприятиях, работающих с заклепками от 2,4 до 4,8 мм из стали. Дольки, что тянут заклепку, изготовлены из специальной стали. Относительно легкий и надежный пневматический заклепочник рассчитан на работу в две смены. Регрувер для нарезки протектора.
предназначен для восстановления рисунка протекторной части шин автобусов, легковых и грузовых автомобилей, тракторов, для нарезки протектора после наварки и восстановления шин. Углубление канавок протектора возможно на шинах с остаточной глубиной протектора 4 мм. Нарезка позволяет снова воспроизвести рисунок. Глубина протектора шин после нарезки составляет до 4 мм. Не рекомендуется нарезать покрышки, имеющие повреждения на боковине, неравномерно изношенный протектор или поврежденный каркас. Автомобильные шины, предназначенные для углубления канавок протектора, должны иметь маркировку Regrowable на боковину. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой товар вам пригодится по дому. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!